И запомни, уделяй больше внимания милым парочкам, одиночкам, ага, и студентам. И студентам? Да, это те еще спиногрызы. Ну, за чаем? За чаем. Добрый вечер. Что будете заказывать? Добрый вечер. Можно мне водки and амаров? Ничего, что по-английски. А девушка? А что вы посоветуете? Посоветую салаты. Точно. Давайте греческие. Вы знаете, у нас греческий салат подается с луком, поэтому может вам лук убрать? С чего вдруг? Ну, многие наши гости очень часто общаются с людьми, поэтому предпочитают некоторые, чтобы без лука. Мне тоже предстоит общение. Поэтому двойную порцию лука. Двойную порцию лука в салат? Да. Ага, потрясающе. Вы знаете, посоветуйте мне что-нибудь. Вы знаете, вам я посоветую, вот когда будете брать однокомнатную квартиру либо двушку в центре, главное не прогадать с риэлтором. Они же такие... Извините. Хорошего вечера. Спасибо. Отличного вечера. Официант? Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Чем сегодня накормите? Один момент. Нет, два тюбика, пожалуйста. Что? Шутка. Мясо у вас какого от корма? Зернового. Телятина или говядина? Телятина, конечно же. Отлично. А можно сделать прожарку медиум? С удовольствием. Шикарно. Тогда мне борщ. Борщ? Борщ. Красный борщ. А может, вам еще и панкушек принести? Естественно. Одну минуточку. Добрый вечер. Здрасте. Мы это поесть захотели. Может, пиццу? Не, суп. Ну или котлетки с гарниром. Да суп. Я не хочу суп. Я хочу. Ну тогда давай ты закажешь суп, а я пиццу. Но мы вместе пришли. Ну и что? В смысле, и что? И раз мы пришли вместе, мы должны есть нет, вместе. Нет, ну послушай меня, пожалуйста. Вот смотри, вот пицца. Не, моя мама готовит офигенный суп. Это суп бомба. Ну и что? Как значит что? Давай, раз мы вместе закинем. Аслан, а? За чаем? За чаем? Давай, Асланчик. Добро пожаловать в гости.